Каесочка, Ваня. Как видно, это саптанк, доступный в двух цветах, блестящем и черном. Емкость 2 мл. Отвечая на вопрос, а почему же так мало? Потому что пидорасы из Евросоюза решили ограничить емкость картриджей и клеромайзеров двумя миллилитрами. Не очень, правда, понятно, распространяется ли это на баке, но, тем не менее, на всякий случай, чтобы подстраховаться и защитить свою задницу, производители решили делать баки 2 мл. Пиздец. Чем же отличается этот саптанк от, не знаю, тысячи других? Во-первых, у него верхний воздухозабор. Вот обратите внимание вот на эту вот трубу. Воздух проходит внутри этой трубы, а потом возвращается по бокам от нее внутри спирали. То есть получается, что в пар не подмешивается воздух сбоку, что благотворно влияет на вкус. Кроме того, верхний воздухозабор позволяет практически избежать протечек. То есть этот бак, я не знаю, может потечь только если он лежит, наверное, боком в кармане. И то воздухозаборники наверху легко закрываются, поэтому вытечь в карман он не должен. Еще одна отличительная особенность это наличие над спиралью такого защитного колпака, который защищает от брызг. Это очень прикольно, но конечно же есть и обратная сторона. Тяга довольно тугая, но мне в принципе нравится тугая тяга, но некоторые любят, чтобы прям свистело я не знаю, и болталось как свисток. Первой особенностью танка является плоский пин. В принципе, это сейчас достаточно распространено. Поэтому имейте в виду, что не на всех девайсах вам удастся добиться хорошего контакта. Желательно, чтобы центральный пин на самом моде был либо подпружиненный, либо телескопический, либо хотя бы выкручивающийся. К сожалению, в комплекте и, как мне кажется, в природе не существует обслуживаемой головы. То есть придется покупать головы на замену. 5 голов стоит 10 баксов, что я считаю дохуя. Головы бывают разных мощностей, но, естественно, нужно брать 0,5. Да, я знаю, что омы — это сопротивление, а не мощность тока. Умник хуев. Никелевые мне вообще ничего не нравится. Но еще я так и не смог снять стеклянный бак. Там надо как-то подсунуть отверточку, что ли, чтобы он слез, потому что он очень плотно сидит на силиконовой прокладке. И если производитель внял моим пожеланием сделать обслуживаемую голову и даже долго разглядывал чертежи обслуживаемой головы от игошки, то на мою претензию, что я, здоровый мужик, не могу снять эту ебаную стекляшку не разбив, мне прислали вот это. Как видите, у хрупких буряточек не вызвало никаких проблем снять это ебаное стекло. Ну что, давайте попарим. вкус и пар на уровне непритязательного пользователя. Конечно, если вы про вейпер, вас вряд ли это устроит, но если вы знакомы с такими девайсами, как Ego One или Elif, то и Ванюша вам тоже понравится.